По телу пробегает холодок, когда смотришь на эти окаменелости и задумываешься, сколько лет прошло с момента их существования. Что это за окаменелости и откуда они появились у меня, в этом видео я рассказывать не буду, так как подробно рассказывал в первом видео. Ссылку на первое видео вы сейчас видите на экране. Давайте вспомним эксперимент, который затеяли с окаменелостями этих останков от кораллов. Чуть больше 2 месяцев назад был оформлен аквариум с цихлидами этим декором. До этого мы протестили воду и выяснили, что основные показатели воды очень сильно меняются, когда такое украшение находится в воде. В этот же аквариум поместил 2 куста валиснерии, чтобы посмотреть, как на них отразится жесткая вода. В этом видео посмотрим, что получилось. Пока шел эксперимент, я занимался другими видео, и так получилось, что хобби меня закинуло в аптекарский огород, который находится в Москве. Там я наткнулся на точно такие же окаменелости, которые являются музейным экспонатом, здесь, в аптекарском огороде. Вот о таких кораллах, точнее не кораллах, а скелета кораллов, я как раз недавно делал видео. Как уже говорил выше, основные показатели воды меняются очень быстро с таким декором. По этой причине подмены воды приходилось делать по 2-3 раза в неделю. По крайней мере в первый месяц. Каждый раз после чистки фильтра я пользовался бактозимом. Каждый день мной проводилось наблюдение за рыбками. Обращал внимание на поведение, активность, на то, как они реагируют на корм и изменений в худшую сторону, наблюдать не довелось. После этого подменивать воду стал реже и в итоге довел до 1 подмены в неделю. Уверенно могу сказать, что состояние рыб не ухудшилось, однако эксперимент проводился всего 2 месяца. И это нужно учитывать тем, кто, возможно, заведется такими декорациями. Сейчас предлагаю вам самим посмотреть, какой хороший аппетит у этих малышей. С растениями дела обстоят намного хуже. Циклиды, которые живут в этом аквариуме, не крупные, и раскопать кустики им не удалось. Однако пощупать, покусать, покромсать они смогли на славу. Но и без того валиснерия чувствовала себя в такой воде очень плохо. Рост не то что замедлился, он остановился вообще. Конечно, таким растениям, как это, нужно время на адаптацию и прочее, но примерно через 2 недели оба куста стали просто растворяться, и на сегодняшний день от 2 кустов осталось только вот это. Печальная картина, но, кстати, корневая система сохранилась очень даже неплохо. Возможно, мне еще удастся от этих корней получить красивое зеленое растение. Ну что, настало время протестировать воду и посмотреть на показатели. Поехали! Протестировать воду мне поможет набор от компании Nilpa, который часто называют черным чемоданчиком. Это наш отечественный производитель. Много разного в интернете пишут о данном производителе, но у меня лично нет нареканий и претензий к данным тестам. Да, когда-то там были недоработки, но их уже устранили.
Более того, я неоднократно сравнивал показатели тестов НИЛПА с показателями других фирменных тестов, и результат абсолютно одинаков, при том, что цены у НИЛПА в несколько раз меньше. Напомню показатели местной отстоявшейся водопроводной воды – PH8, GH20, PO4-0,25. Мне самому интересно узнать, какие показатели будут сейчас, ведь уже прошла неделя, как в этом аквариуме не подменивалась вода. Теперь можно сделать для себя определенные выводы. Постепенно рыбу можно адаптировать таким показателям, чего нельзя сказать про аквариумные растения. В целом, возможно использовать окаменелости кораллов, но не в таком количестве. На мой взгляд, пару таких останков от кораллов не помешают в креветочниках, крабниках, цихлидниках и других аквариумах, где не нужна мягкая вода. Что делать дальше с этими окаменелостями, пока не знаю. С удовольствием отдал бы их в музей. Возможно, у вас есть идеи по их дальнейшей судьбе. Если да, обязательно напишите в комментариях. А у меня на этом все. До новых встреч в новых видео на канале ПАР.